Ну что ж, друзья, я уверен, что сейчас нас ждет интереснейшая беседа. Ведь к нам в эфир присоединяются Роман Цымбалюк, журналист, блогер, а также Игорь Эйдон, публицист, социолог, политический эксперт. Рад вас видеть. Привет. Добрый вечер, рад взаимно. Первый вопрос. Роман, вот давай начнем с тебя. То есть реально получается так. Приезжайте за нас умирать, а мы вам как бы образование и гражданство, при этом трудоустраивать никто ничего не собирается, просто отправим вас на войну. При этом с мигрантами в России до сих пор борются, и борются очень активно. Тут нету никакого несоответствия или наоборот-то все по российскому плану идет? Как ты этот видишь процесс? Ну, борются, риторически борются. Ну, тут вот эта вот статистическая информация, которая свидетельствует о том, что иностранцев стало меньше, тут же это не значит, что их всех выслали. Дело в том, что сама Российская Федерация, как фашистское государство, как государство, которое падает в экономическую пропасть, может быть, не настолько быстро, как бы нам хотелось, она перестает быть настолько интересным для людей, для заработков и так далее. Ну, тем более, если человек приезжает работать, то очень странно, почему к нему относятся как к какому-то второму сорту. Но, опять же, это чисто российская нацистская история. Вот это мы какие-то особенные, нам все должны. Ну, они ко всем так относятся. Ну, ничего страшного. А, с другой стороны, вот если мы берем фактор иностранцев российской армии, ну, да, есть там масса курьезных случаев, когда там из Индии, из Пакистана, да, со всего мира. Но в процентном отношении это мизер. И войну все равно ведут в первую очередь российские граждане. То есть этнические тупые русские. Почему тупые? Потому что, ну, если бы он не был тупым, он бы не поехал бы на войну воевать с Украиной. Особенно мне нравится вот это вот, типа, там у них есть вот эта вот часть так называемых русских националистов, нацистов, которые так не любят граждан Узбекистана, которым потом будет принадлежать это российское государство, но при этом считают, что ну, таких вот беленьких как граждан, как в Украине, убивать нужно и можно. Ну, то есть, это шиза. Короче, вот эта вот история с мигрантами, она, это управляемая ненависть, это разгоняется непосредственно государством, но я не думаю, что на фоне уменьшения количества трудовых ресурсов, смотри, кладбище, и не только кладбище, масса народа просто свалилась с России, потому что сказали, зачем нам это надо. И, ну, и, соответственно, все равно они будут стараться привлекать людей. И этнически Россия как страна, она меняется. Смотри на Путина, который целовал Коран в Чечне. Он это делал не просто так. Это действительно так. Эти кадры все мы помним. Игорь, вопрос к вам. Смотрите, ну, во-первых, если вам что добавить, а во-вторых, а как вы думаете, вот это гонение мигрантов, которое сейчас происходит на территории Российской Федерации, оно уже переплюнуло то, что мы видели в 90-х годах? Да, смотрите, вот мигрантов в России используют в разных совершенно качествах, да? То есть трудовых мигрантов используют как российское государство, так и российский бизнес просто в качестве дешевой дармовой рабочей силы. Это действительно дефицит рабочей силы, дефицит кадров, в том числе неквалифицированных, в России довольно велик, и без мигрантов они просто его, особенно в крупных городах, в Москве прежде всего, они просто его им нечем перекрыть его. Да? Тем более вот такая неквалифицированная рабочая сила, ее уже отправили давно в значительной степени воевать против Украины, в эту агрессию преступную втянули, потому что они люди как бы достаточно необеспеченные и легко подвергающиеся манипуляции. Теперь вместо них мигранты. Но это не одна, и, кстати, так было и раньше, но сейчас просто это еще сильнее стало. Но это только одна из ипостасей, да, мигрантов в российском обществе. Другая – это еще и такой громоотвод. Это еще один объект ненависти, регулируемый, планируемый, направляемый ненависти. Это в системе, как правильно сказал Роман, фашистская. Ей нужны враги, причем разного рода, чтобы каждый раз можно было на кого-то направить ненависть, быдло плебса. И вот они мигрантов в этом качестве тоже используют. Поэтому мигранты не только работают, но еще и служат там громоотводом для ненависти. Ну и третье, мигрантов теперь, особенно тех, которых удалось заманить в российское гражданство, их активно отправляют на фронт. Действительно, это не самая большая категория
людей, которые сейчас воюют против Украины на российской стороне. Но учитывая, что не хватает катастрофически не только рабочей силы, но и пушечного мяса, и они готовы его, это пушечное мясо, вербовать везде, там в Индии, в Шри-Ланке, на Кубе, мы знаем эти все скандальные истории, то иммигранты тоже, что называется, тоже под руку попадаются и идут в общую массу. Так что вот используют это иммигранты в этих трех качествах. Безусловно, ненависть, которая и натравливание людей на мигрантов, оно имеет ограниченные некие параметры, то есть люди, тем не менее, мигрантов все-таки полностью им не перекрывает дорогу. Смотрите, пункт первый – дефицит рабочей силы, дефицит пушечного мяса. Так что вот можно только посочувствовать мигрантов с одной стороны, а с другой стороны как-то апеллировать к их разуму, что сейчас ехать, неважно в каком качестве, в качестве там трудового какого-то сотрудника или в ином качестве, в преступное государство, ведущее агрессивную войну и остро нуждающееся в ланцных, так, в пушечном мясе, ехать более чем наивно и более чем, я бы даже сказал, глупо. Конечно, деньги деньгами, но жизнь дороже. Так что призываю всех мигрантов потенциальных сидеть дома или выезжать в качестве гастарбайтера в другие, более спокойные и не ведущие агрессивных войн страны. Сошлись мы на том, что фашистское государство нашло такой замечательный, это опять-таки отработанная история, объект ненависти, но при этом спокойно утилизирует их своих же. Это все понятно. И еще одна тема, которую очень сильно хочу с вами обсудить, такая себе показательная статистика. Роман, что я имею в виду? По количеству официально признанных погибших на войне России против Украины, я напоминаю, что сейчас там, 2 года, да, мобилизации в Российской Федерации, Башкортостан занимает 1 место по стране, Татарстан 4. По потерям так называемых добровольцев Башкортостан абсолютный рекордсмен, а Татарстан занимает 2 место. Вот регионы, да, которые, мягко говоря, проблемные для, скажем так, очень мягко и витиевато для нынешнего Кремля. За что идут воевать эти люди? И достигнет ли вот это количество погибших когда-то все-таки, ну, такого, знаете, критического количества? Пожалуйста, пожалуйста, Роман. Ну, мне кажется, у нас никаких противоречий с Татарстаном и Башкортостаном нет. Так. И башкирами, татарами и другими народами, населяющими... У нас Россию. Нет. У нас нет, конечно. У нас нет, и это уже как это, основа для диалога, и как чисто географически мы сейчас не граничим, ну и в будущем, когда будут сформулированы, очевидно, отдельные государства на каком-то этапе, если это, конечно, произойдет, тоже не будем ограничить. Вопрос в чем? Что для Путина, он же это все прекрасно понимает. Чем слабее центральная власть, а вследствие войны, это всегда так. Вот сегодня они там празднуют воссоединение, и у Путина много там публичных мероприятий, да его аж трясет просто. То есть он, мы победим, еще, ну, короче, несет просто бред, но по моторике и мимике видно, что дедушке совсем плохо по этому поводу. И понятно, что где вот это вот слабое место российское? Ну, то есть национальный вопрос. И поэтому они, молодых мужчин из национальных республик, отправляют в первую очередь на войну. Плюс, опять же, очень странно, что эти регионы, у которых вся таблица Менделеева, но почему-то все доведено до такого уровня, что единственный способ – это рискнуть своей жизнью и поехать на войну. Нет, я там их не идеализирую, потому что люди живут в российском информационном пространстве, и они, у них мозги форматированы, как и у всех остальных. Но основа все равно есть, как, какая-никакая, ну, память-то должна быть. И чтобы она никогда не проснулась, вот они этих парней и гонят в Украину. И Путин точно по поводу убитых татар и башкир, да и чеченцев плакать не будет. Да. Игорь, а вопрос к вам. Смотрите, тут ведь еще Роман очень четко все описал. На самом деле слабое место, да, для кремлевского режима. А с другой стороны, есть еще местные губернаторы, которые мечтают выслужиться, насколько я понимаю, перед Кремлем. И как бы наперегонки пытаются заполнить статистику, кто же больше своих людей отправит на войну в Украину. Вот вы согласны с тем, что на самом деле это вот вышеозвученный регион, это на самом деле слабое место Кремля, с чем со временем все равно у Кремля будут именно с этими регионами, с Татарстаном, с Башкортостаном и с другими серьезные проблемы?
Да, безусловно, я думаю, что вот эта статистика, которую мы видим, да, я, кстати, ну, скажем так, не на 100% уверен, что она объективная, потому что это люди собирают по СМИ в основном, это, ну, как бы, скажем, метод не самый точный, да, эту информацию, но она зависит от губернатора или от главы региона, насколько он стремится выслужиться перед Кремлем. Понимаете, конечно, все стараются выслужиться перед Кремлем, но некоторые просто разбиваются в лепешку. И они, значит, как мы еще более, скажем, если мы видим, что в том же Татарстане или Башкортостане очень высокие цифры, это говорит прежде всего о том, что главы регионов очень стараются выслужиться перед Кремлем и делают все возможное, чтобы погнать как можно больше своих граждан, своих жителей, да, на эту преступную войну. Теперь о перспективах. Я могу сказать, как бывший в свое время волжский житель, я родился и провел молодость свою, ну юность, по крайней мере, в Нижнем Новгороде на Волге. И, соответственно, у нас множество, ну и там же множество других национальных, скажем, помимо областей, там множество национальных республик, в том числе и, ну, неподалеку, скажем так. И Татарстан, то в частности, много очень татар. Я знал, это мои друзья были, подруги, соученики и так далее. Я хочу сказать, что татары очень, скажем так, древние и этнически обособленный, что ли, народ, да, они, естественно, они не считают, что они принадлежат к России, они считают, что они прежде всего татары, прежде всего не какие-то россияне абстрактные, да, это Ельцин придумал такую, погоняло такую, да, россияне для всех, хошь не хошь, кем бы ты по нации не был в России, но ты россиянин. Конечно, татары это не признают, они считают, что они татары, и, конечно, они, очень многие из них негативно относятся к империи, к тому, что Татарстан вынужденно принадлежит к этой империи. Другое дело, что сейчас, я думаю, в режиме террора фактически против инакомыслящих, тем более против людей, которые выступают за независимость своих регионов, это чистая уголовка просто. Скажи, что я за независимость Татарстана, все, это уже статья. Конечно, это все загнано внутрь. И этому национальные чувства могут проявиться прежде всего, когда российские власти центральные начнут терпеть поражение, когда их возможности для скажем так, их карательные возможности ослабнут. Я думаю, что это неизбежно в ходе этой войны, потому что все силы сейчас брошены против Украины, и эти силы перемалываются постепенно в этой преступной агрессии против Украины. И рано или поздно, я думаю, что сдерживать собственные народы, которые стремятся к независимости у имперского центра, просто не будет уже ресурсов. Игорь Леонидович, я вас услышал. Роман, вопрос. Вот учитывая то, что сейчас сказал Игорь, относительно того, что, ну, рано или поздно какая-то точка невозврата будет, и, возможно, протестное настроение все-таки возникнет. Не то, чтобы мы на это сильно рассчитываем, но, как бы, сколь веревочка не веся, наверное, какой-то такой результат, он может быть, в конце концов, даже в путинской России. А вот информация о том, что вместо обещанного год назад сокращение расходов на оборону на 21%, в 2025 году российские власти увеличат финансирование армии еще на четверть на фоне продолжающейся войны. То есть все деньги на оборонку, все деньги на войну. Социальные расходы падают снова-таки в разы. Вот это обычного, как это принято говорить, россиянина никак на данный момент, на осень 2024 года, по вашему мнению, не затрагивает еще? Пока готовы терпеть? Будут и дальше терпеть? Я так думаю, там такая пропорция, ну, условная, что 70% они делают вид, что их как бы это не, ну, не то, что не касается, но просто не отсвечивают и стараются просто выжить в этом нацистском государстве. Не то, что они там сильно против войны или еще что-то, но стараются как бы своих там, людей, детей там, уберечь от этого. 30% это абсолютная выгода получателя от этой войны. Это кто? Ну, там, работники заводов оборонных там, и так далее, и так далее. Там вся эта госслужба. Ну и понятно, те, кто подписывает контракт, там же мотивация это одна, единственная, это деньги. То есть, ну, условные выгода получателя с риском сыграть в черный мешок, если повезет. То есть, пока так. Но вот если мы говорим о каких-то там деструктивных процессах в российской этой недоимперии, то это вопрос как раз бабла. То есть, страна вступает в гонку вооружений, ну, это видно. Им же, как они там иногда говорят, им же со всем миром еще воевать. Украина это так,
что-то такое временное, дальше НАТО там и так далее, то очевидно, ну, знаете, тут несколько таких свидетельств я вот уже прочитал, что, кажется, Саудовская Аравия думает, что пора прекращать играть в этот ОПЕК, и можно немножечко увеличить добычу. Ливия, кажется, начинает снова импортировать нефть. Я просто к тому, что если это произойдет, и цены на нефть действительно упадут сильно, то боевые действия, тяжесть войны, которую несет российское государство, кто бы там что ни говорил, несмотря на прекрасную Москву, как они думают, то все это вполне может сыграть на этот сценарий. Просто тут вопрос в чем? Вот мы смотрим сейчас на экранах на этого маньяка деда. Тут же не ждать надо. Тут надо сделать так, чтобы эти все процессы ускорить. Ну, я бы, например, будучи генералом НАТО, сказал, что давайте-ка прямо сегодня ночью завалим по Крымскому мосту и скажем, что вы тут никто, вы тут это не ваше и вашим никогда не будет. Ну, то есть есть варианты ускорения этих всех вопросов. Потому что они же сами пишут неоднократно, что да что не, ну, то есть мотивация, деньги и все. А этого иногда недостаточно, чтобы вести долгую войну, как мне кажется. Роман, искренне жаль, без доли иронии и сарказма, что вы не генерал НАТО, потому что на самом деле уже пора. Все можно убыстрить, но на самом деле, но все же взрослые люди. Игорь, вопрос к вам относительно того, что гайки-то закручиваться в Российской Федерации будут все равно дальше и дальше. Вот российские власти заложили в бюджет конфискацию имущества россиян почти на 60 миллиардов рублей. Правительство России увеличило планы по сбору штрафов с граждан и бизнеса, чтобы пополнить бюджет, треть которого в следующем году будут потрачены куда? Конечно же, на военные нужды. Как это можете прокомментировать? Уже даже не скрывают ничего, даже не пытаются завуалировать, мне кажется, никак. Не, ну а что тут комментировать, понимаете, это, в общем-то, очевидный процесс, который идет все последние годы, сейчас он только ускоряется, процесс милитаризации экономики. Все на войну, как в известной карикатуре из «Крокодила», все остальные сферы на голодном пайке, только генералам, только, значит, агрессорам, им стол завален яствами, да, то есть только их государство подкармливает. Безусловно, это пока эта ситуация возможно, но она может быть не бесконечна. Почему? Потому что ситуация, конечно, будет ухудшаться. Если мы вспомним предыдущую гонку вооружений, советскую, да, в советские времена, тоже казалось, что Советский Союз как бы выдерживает ее, что он незыблем, крепок стоит, но в какой-то момент, как мы помним, все это начало довольно стремительно разрушаться. И сейчас, я думаю, тоже такой момент придет, безусловно. Действительно важен фактор цен на нефть, да, если они упадут, эта ситуация быстрее пойдет к своему логическому финалу. Если цены на нефть удержатся, может быть, какое-то время она еще и, что называется, простоит, это прогнившая изнутри махина, да, под названием Российская Федерация. Но тут есть и другие факторы, помимо экономических. Мы уже говорили о том, что не хватает пушечного мяса. Пушечного мяса явно не хватает, а Путин просто боится откровенно, потому что его генералы к этому давно призывают, еще с времен Шойгу, идти на новую волну мобилизации. Откровенно этого боится. Боится, потому что новая волна мобилизации покажет всему населению, в том числе верхушке, что до победы какой-то далеко еще очень и очень, и что ситуация только ухудшается, ситуация только обостряется, что в войну втягивается все больше и больше людей, что и вся эта концепция путинская СВО провалилась, и что страна ведет тотальную войну, которую Путин вести не собирался и не в состоянии, по всей видимости. Поэтому вот когда говорят, а что нужно сделать, чтобы вот Россия проиграла? Да хотя бы загнать ее до всеобщей мобилизации, которую она, этот режим просто не потянет, просто в силу своих функциональных особенностей. И дальше как бы поражение России станет просто и внутренне, прежде всего, ее развал и крах станет вполне реальным. Роман, Игорь, позволю себе напоследок задать вам один вопрос, так сказать, общий. Вот смотрите, в конечном итоге, давайте смоделируем ситуацию. Вот этот самый россиянин, я понимаю, что он может быть разный в разных регионах, но давайте попытаемся хотя бы как-то усреднить, у которого
не все очень хорошо с финансами, у которого не все очень хорошо с работой, у которого есть проблемы с передвижением по миру, у которого подмоченная репутация из-за своего сумасшедшего руководства. Он в конечном итоге, по вашему мнению, все-таки пойдет на войну с Украиной или он пойдет с оружием против тех, кто загнал его в такую жизнь? Ну, да, с оружием Роман, против... Игорь, давайте. Специалист больше. Нет, смотрите, конечно, простой россиянин с оружием, да, штурмовать Зимний дворец или Кремль, он не пойдет, конечно, абсолютно точно. Потому что население в России, во-первых, социальная атомизация мощная, да, люди не умеют вообще и не хотят объединяться. У них мысли только о собственном благополучии, о благополучии собственной семьи, моя хата с краю. И, конечно, в те времена, когда народ, какие-нибудь пламенные ораторы могли поднять на человека с ружьем, да, как это в 17-м году было, на то, чтобы он повернул оружие против собственных поработителей, конечно, это ну, абсолютная утопия, да. Но и воевать с Украиной он тоже не побежит в припрыжку, очевидно тоже, как мы это видим. Идут они только за очень большие деньги, причем идут не все, а прежде всего социально депривированные маргинальные личности, да, мы знаем, откуда набираются эти контрактники, это депрессивные регионы, это должники закредитованные, ну и так далее. Очень редко это какой-то социально успешный человек. Попадаются такие идиоты, но это редкость и исключение. В основном это чистая такая маргинез, да. И эти люди уже кончаются у Путина. Почему столько суеты? Почему цены так бешено растут на пушечное мясо? Почему они создают все новые и новые комиссии какие-то, которые должны обеспечить это? Почему там рекламу уже завалили? Потому что все, там уже вот эти группы населения, они уже исчерпаны. Понимаете? И так что никто в припрыжку на войну против Украины тоже не побежит. Это точно. Значит, население и в случае мобилизации, я думаю, будет массовое бегство опять населения. Многие будут прятаться внутри страны. Ничего, как бы тут Путина какая-то, знаете, как в стиле какого-нибудь, не знаю, 1914 года или 1941-го, там какие-нибудь очереди в военкоматах. Это никогда этого не было и не будет. Так что ничего они не сделают. С одной стороны. С другой стороны, откуда я жду перемен? Я жду перемен от правящей верхушки. Правящая верхушка в России абсолютно, при том, что она преступна, при том, абсолютно преступна, это не только коррупционеры, но и убийцы в большинстве своем. Скажем так, при этом политика Путина, абсолютно параноидального, сумасшедшего, да, с безумными сверхценными идеями, как, она, безусловно, входит в противоречие с социальными, с материальными интересами правящей верхушки. Деньги они зарабатывать-то могут и сейчас. Только тратить им их негде. Они привыкли воровать в России, а кутить по всему миру. А теперь в западный мир, прежде всего, в котором недавно они себя чувствовали частью глобальной элиты, частью глобального сообщества богатых, сверхбогатых людей. Теперь просто они оттуда исторгнуты. Естественно, им все это крайне не нравится. И, безусловно, в ситуации, когда интересы диктатора, его политика входит в противоречие с интересами его окружения, очень часто окружение диктатор уничтожает. Так в истории России было несколько раз, и в том числе и в 20 веке, например, снятие Хрущева. В чистом виде. Мешал спокойно жить номенклатуре. Путин тоже мешает им спокойно жить и радоваться жизни своей войной и стрессом. Так что именно в этом направлении я жду какого-то источника для перемен. Роман, а что ты скажешь по этому поводу? Удастся еще больше, так сказать, тех самых маргиналов на войну затащить или нет? Ну, уже маргиналов, я тут солидарен, не осталось, что тут за маргиналы, которые за 2 миллиона подписывают контракт. Это уже не маргинал. То есть тут вопрос в чем? Что, ну, во-первых, россияне все прекрасно знают. То есть выгодополучатели от войны, о которых я сказал, но это все-таки не большинство населения. И тут вот мы все слушают Путина, там вот это он еще в последнее время ходит, трясется, вот это Новороссия, все там наше. Ну это же маразм. И даже в российском телевизоре я услышал фразу: «А зачем нам Донбасс и Крым такой ценой? Зачем?»
И вот этот вот вопрос, зачем, он будет звучать все громче и громче. И, ну, желательно, конечно, все-таки бахнуть этой ночью Крымский мост, а процессы тогда эти ускорятся. В том числе в части действий элиты, которые, ну, очевидно, очень многие, может, я не знаю, проговаривают ли они где-то там в темных уголках, но думают, как и деда удавить. Роман, я предлагаю, и Игорь, если этой ночью такие бахнут, завтра это все обсудить. Как говорится, я ловлю на слове, а все может быть, вы знаете. Спасибо большое, я был очень рад вас видеть, спасибо за эту беседу, очень, по-моему, очень классно пообщались от души. Роман Цыбалюк, журналист, блогер, Игорь Эйдман, публицист, социолог, политический эксперт, были в нашем эфире. Спасибо. Спасибо, всего доброго, до свидания.